Здравствуйте, мои дорогие подписчики и подписчицы. Рада приветствовать вас на своем канале Бунькин дом. Хочу поделиться с вами проделанной работой, как продвигается ремонт. Ну, вот, как видите, мы положили уже линолеум. Он лежит, отлеживается. Тут был рулонь. Вот, ну, начали клеить обои. Сейчас попробую поближе подойти. Наверное, рисунок особо не видно. Ну, в общем, такой нежно-голубоватый фон. Такие вот обои будут в этой комнате. Ну вот, начали клеить. Вот, дорогие друзья, купили мы люстру. Покажу вам люстру, уже ее повесили. Вот эта люстра. Мы когда ее покупали, я думала, что эта люстра, она российского производства. Я была рада. Думаю, ну надо же. Уже как бы у нас люстры неплохие стали производить. Цена, в принципе, приемлемая. В общем, нам эта люстра понравилась. Она сюда, я думаю, что вписалась. Пишите в комментариях. Вот. Ну, когда я начала дома вскрывать коробку с сыном, то там я уже другой совсем обнаружила текст, то есть информацию, и не могу не удержаться, чтобы вам ее не зачитать. Сейчас зачитаю. Вот такая вот серия светильников «Ария». И вот такой вот, значит, здесь текст. Ну, тут модный вариант современной серии светильников. Подходит и для кухни, и для спальни, и для зала. То есть такой оптимальный вариант. Вот. Ну, мне в глаза попалась вот Санкт-Петербург, Россия, ООО «Торговый дом Контел». А когда уже я дома была, я, значит, читаю. Не могла с вами не поделиться, чтобы не зачитать. Вот, пожалуйста, компания ООО «Тонг Джианг» света импорта и экспорта. Адрес, вы только обратите внимание, номер 20, улица Кзис Хоувей, деревня, девочки, деревня Ли Уфанг, город Гусхен, Жуншан, провинция Гуангдонг, Китай. А уже поставщик ООО «Свет». Московская область, Ленинский район, ООО «Торговый дом Контел», адрес Россия и тому подобное, и тому подобное. Вот о чем это, девочки, говорит. А говорит это о том, что в какой-то деревне в Китае производят эти светильники, привозят Бог весь откуда к нам сюда, в Россию. И мы такие радостные, покупаем их. И я вот думаю, что же наша-то Россия не может производить такого плана светильники. И здесь, в России, продавать своим же россиянам, опять же, рабочие места, и все было бы нормально. Нет, откуда-то с Китая везем, и все так вот у нас интересно происходит. Просто печалька, девочки.
не могла не удержаться с вами, чтобы этим не поделиться. Ну а так, в остальном, отступив от этой темы, мне люстра понравилась. Довольно легко мы ее и быстро прикрепили, без особых заморочек. Все это было быстро и ловко. В общем, мой сын это сделал очень быстро. Вот. В общем, люстра висит на месте, потолок готов, обои клеить начали. Линолеум потихоньку отлеживается. Ну, еще, конечно, ему немножко надо полежать, потому что он был в рулоне. Сами понимаете, он залежался там. Вот. Ну, а потом уже все остальное буду вас информировать и далее о своих проделанных работах. Если вам интересно такого плана видео, пожалуйста, пишите в комментариях, делитесь своим мнением, понравилась ли моя люстра вам, какую я выбрала, что советуете, какие подобрать мне сюда портьеры, ваши рекомендации. Буду очень рада, мне очень будет приятно ваша обратная связь со мной. До скорой встречи. Всем пока-пока. Бонькин дом.